Друзья мои, всех приветствую. Заранее извиняюсь за качество съемки и за звук. Но проблему удалось решить, и хочу по горячим следам, по памяти сказать вам, как мы это сделали, как нам это удалось сделать. В общем-то, проблема в том, что на панели приборов зажегся значок, руль красным и восклицательный знак. И при этом заглохла машина. Вот было удивление, конечно. Заглохло прямо во дворе, пробку мы создали. Быстренько этот вопрос посмотрели в интернете, по алгоритму прошлись, и проблема была решена. Вот как мы ее решили. Короче, температура минус 20 градусов. В Подмосковье в новогодние праздники вообще полная жесть. Температура творилась, долго машину не заводили, высадился аккумулятор. Подошел к машине, попытался завести, не смог завести. Завел с помощью джамп-стартера. Естественно, аккумулятор высажен, но машина на генераторе работает все хорошо. Прогрел ее, начинаю ехать. Выкручиваю руль полностью, попадаю в колею. Ну, соответственно, вот эти вот движения взад-вперед, взад-вперед. В какой-то момент загорается этот значок и глохнет машина. Создаем мы пробку. Супруга сразу лезет в интернет. Нашла, в чем дело. Такой совет и вообще описание этой ситуации. Электронное бортовое устройство дает в такие моменты, в кризисные, на усилитель руля, электроусилитель руля, до 40% энергии. Соответственно, у нас были включены все подогревы, подогрев сидений, подогрев руля, работала печка, свет, в общем, все работало. И, соответственно, скорее всего, генератор просто не справился с этим и заглушил машину. То есть электронное бортовое устройство заглушило машину. Что необходимо сделать? Необходимо, естественно, выключить все, что мешает. Затем с джамп-стартера я снова завел машину. Значок не газ. Что необходимо сделать? Необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность. Выкрутить руль до конца влево. Чуть-чуть подождать. Затем выкрутить руль до конца вправо. Немножечко подождать. И после этого поставить руль прямо и в таком положении проехать 30-50 метров. Происходит так называемая калибровка датчиков. И если ничего в машине не произошло, то есть все исправно, значок самостоятельно гаснет. Если вы начинаете ехать дальше и значок зажигается, то что-то в машине неисправно, что-то вылетело. Если значок не зажигается, все нормально. Датчики откалиброваны, вы можете спокойно эксплуатировать автомобиль дальше. Что у нас, в принципе, и произошло. То есть важна калибровка датчиков в тот момент, когда автомобиль работает и генератор достаточное количество энергии дает на электронный усилитель руля. И, соответственно, все остальное выключено. Вот примерно так. Надеюсь, что был недолог, и это поможет вам справиться с проблемой. Ни гвоздя, ни жезла, не замерзайте, будьте здоровы. Пока.